17 марта прошла презентация новой линейки A-серии 2022 года. Показали новые смартфоны Galaxy A53 и A33. В этом видео кратко и по делу расскажем о новинках. В Galaxy A53 сохранили полюбившийся всем дизайн A52, но теперь смартфон держать стал еще удобнее благодаря плоским краям. Нововведения коснулись не только дизайна, прокачали и производительность. На борту Galaxy A53 теперь новейший процессор Exynos на 5 нанометров техпроцесса. Нейромодуль данного процесса улучшает и ночную съемку, а также выводит на новый уровень стабилизацию в видео. Батарея тоже претерпела изменения по сравнению с прошлым годом. Теперь объем составляет 5000 мА с поддержкой быстрой зарядки. Сохранили и влагозащиту. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP67, что позволяет без последствий погружать смартфон в воду на 1,5 метра. Дисплей A53 теперь обладает частотой обновления 120 Гц, а дисплей A33 – 90 Гц. Также смартфоны различаются камерами. У Galaxy A53 основная камера на 64 мегапикселя, широкоугольная на 12 мегапикселей, 5 мегапикселей макро и датчик глубины на 5 мегапикселей. Фронтальную камеру на 32 мегапикселя, A33 в свою очередь, основную на 48 мегапикселей, широкоугольную на 8 мегапикселей, 5 мегапикселей макро и 2 мегапикселя датчик глубины. Оба смартфона имеют поддержку двух сим-карт, но только в A33 есть разъем для наушников. В свою очередь A53 обладает стереодинамиками. Данные смартфоны выйдут в нескольких цветах, а именно черный, белый, голубой и персиковый. Какой выбрал бы ты? Пиши в комментариях. Спасибо за просмотр, оценивай это видео лайком и подписывайся на наш канал, а также на другие соцсети, ссылки на которые ты найдешь в описании под этим видео. Всем пока!